Всем привет, с вами Десимин, и сегодня у нас будет прохождение игры под названием Portal. Недавно скачал эту игру, захотел попробовать. В общем, тут надо стрелять порталами, ну давайте начнем. Легкая музыка. О боже мой. Так, хорошо. Проснулись. Ой. Радио. Так, наверное, вам надо музычку прибавить, потому что я ничего не слышу. А, ну действительно. Так-то лучше. Опа. Ой. Нифига я лампочку разболтал. Хорошо. Разболтал, уболтал, в принципе, одно и то же. Так, надо изучить вот это. Помолчи, пожалуйста, я пытаюсь изучить. Portal Test Sequence. В общем, тут что-то написано. Давайте это смоем в унитаз. Так, анализ особенностей вашего организма завершен. Перед началом тестирования хотел бы напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие вечи или травм. Хорошо. Хорошо. И соображение вашей безопасности и безопасности окружающих вас держит, затрагивается до чего бы то ни было вообще. Por favor, Bardon de Falar, muchas gracias de Falar, gracias. Приготовьтесь открыть портал 3-2-1. Так, хорошо. Я не знаю, кто это говорит, но... Какая-то тетка говорит, давайте пройдем в портал. Бенихоп, это такая классная вещь, которая есть в портал. С помощью бенихопа ты можешь делать нереальные мувы. Так, вот тут есть кубик, давай ее поставим. Ну, кубик. Я хотел сделать все эпично, как будто я настоящий спидранер. А я не настоящий спидранер. Хотя пытался. Так, хорошо, по завершении карты встань, подобно вам следует пройти его за лизунную камеру. Обратите внимание на поле, скажем, через лизу выхода. А где оно? Куда смотреть? Это экспериментальное поле антиэкспроприации лаборатории на уровне аннигилирует любой организм. Предмет не подлежащий минут, например, это экспериментальный утяжеление. Зеленый бурзовой куб. Боже мой, как читать, я не умею читать. Ага. Так, ага, кнопка. Наверное, надо кнопку кубик поставить. Подождем, поэтому. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой кубик на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную всехударную суперкнопку. Йоу. Надо же было ее так назвать. Так. Кубик со мной останется. Идеально, немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм является частью данного испытания. Хорошо. Покинул как можно быстрее, а то реально, это излучение может меня, ну, убить, наверное, не знаю. Так, Aperture Laboratories, если кто не понял, это переводится как лаборатории Aperture, окей, так, что у нас дальше, о, спасибо, очень хорошо, значит, видим тут портальную пушку еще, мне нос забит, поэтому я, наверное, буду поменьше говорить, хотя вряд ли. Не, что такое, почему я начинаю записывать видео для своих подписчиков спустя многолетнего отсутствия, тут мне нос забивается. Так, что у нас тут? 02, 019, ну короче, пофиг. Ага, так. Она меня может застрелить? Не, не может. Это хорошо. Так, давайте возьмем портальную пушечку и быстренько пройдем дальше, потому что не хочу долго затягивать. В общем, подписчики, меня давно не было на канале вообще. Как у вас дела? Что вы делали? Может, вы уже умерли? Так, это страшно. Но не важно. Хотя нет, это важно. Не, если кто-то умер, то... А что мне сказать умершим? Мне нечего сказать. Вы прожили классную жизнь, надеюсь, раз вы меня смотрели. Ладно, не важно. Сейчас я наговорю такого, что меня отвенят где только можно. В общем, да. Как у вас дела, я спросил. Ну, напишите в комментариях, если... Не, просто напишите что-нибудь в комментариях. Я просто давно не снимал на этот канал. Ну, знаете, как это обычно бывает. Не снимал на канал, работа, дети и так далее. Но подписчиков все-таки бросать не хочу, поэтому да, решил записать для вас видео. Добро пожаловать в камеру. Вновь отличный результат. Я вообще-то умер. Вот это для тебя отличный результат. Как ты умер? Секундочку. Не понял вообще. Я прошел через портал и умер. Это то самое излучение портальное, или что, про что там это глаза говорила? Тетка эта злая, роботическая. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдения запятуем отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Хорошо. Я не думаю, что мне нужна помощь. Хотя ладно, иногда мне все-таки понадобится помощь. Например, помощь вашего лайка. Да. Действительно, лайк. Ладно, нет, лайк мне тут ничем не поможет. Хотя, ладно, поможет морально, потому что я пойму, что меня все-таки, ну, смотрят. Я кому-то нужен, и я не снимаю это видео для самого себя. О, нет, я радио потерял! А, зато у меня есть камера.
Нет, подожди, камеру тоже теперь... Я все потерял. Надеюсь, я не потерял вас, мои дорогие подписчики. Ой, господи, я этого звука испугался. 3, 2... Это реально было страшно вообще-то. Блин, нос все еще забит. Тяжело говорить. Ну ладно, пофигу. Так, ну я уже понял, посмотрел одну секунду и уже понял, как это решать. Наверное, как-то так. Да, действительно. Дефолтное решение для порта. Так, несмотря на то, что одним из девизовых изобретателей завода является безопасность питания, высокие энергетические шары, обратиться к которым, кто хочет облевать камеры, могут привести... Я не успел дочитать. Соблюдайте осторожность. Хорошо, постараюсь не умереть в этом испытании, которое, ну, уже 5 лет назад закончилось, но неважно. Так, давайте изучим камеру и пройдем ее, потому что мне лень тут долго находиться. Ну, какие-то легкие испытания. Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук, яркий свет раздражает высокие... Да что это за слова такие? Спасибо, что не дали мне дочитать, иначе бы я умер от того, что у меня слишком много крови пришло в язык. Он опух. И я бы умер, как лопух. Ой, как в рифму сказал. Так. А я не умер, приснилось, это все был сон. Это все был сон, понимаете? Приснилось. А знаете, кто говорил, кто обычно говорит «приснилось»? Если знаете, напишите в комментариях, потому что, ну... Я так немножко мой обману, меня смотрит один зритель по-любому прямо сейчас. Ладно. Хорошо. Так, давайте-ка... Вот тут я тоже нашел решение. В принципе, нет никаких проблем. Так, она сказала... Вы, наверное, не успели прочитать, потому что я уже все прошел. Но она сказала, что это испытание невозможно. Действительно, еле как прошел. Но невозможно ее, ну... Сложно назвать. Но сложным можно, потому что, ну, реально сложно было. Так. Так. Хорошо, все, уже в голове придумал. Здравствуйте, еще раз повторяем предупреждение для успешного. Я не успел дочитать, подожди. Как по... Ладно, пофиг. Так. Ага, так. Значит, тут появится оранжевый портал, потому что тут эта штука. А тут надо пролететь, видимо. Хорошо. Хорошо, замечательно. Вы начали паниковать, как прокрутили портал, влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Ну, да. Кинетическая энергия. Внутренняя энергия, какая разница? Это же все виды энергии. Ладно, я что-то сказал наугад. Так, я уже все решил у себя в голове. Так, ну, портальную пушку все-таки заберем. Кстати, кто не видел, как я... Это мой новый способ получать быстро портальную пушку, но кто не видел мое видео, где я получал самым быстрым способом ранее. Боже, подождите, дайте сформулировать мысли. Короче, у меня уже было видео на канале, оно выскочило прямо сейчас по подсказочке. Тут я делал самый быстрый способ получения портальной пушки двойной. Ну да, в общем, что хотел, то и сказал. Если... Ну, 12 секунд длится видео, можете прямо сейчас посмотреть и вернуться и досмотреть это до конца, но неважно. Фух. Хорошо. Aperture Laboratories. Так. Хорошо, наверное, надо вот этот кубик взять, вот сюда портал поставить, прийти вместе с кубиком, кубик бросить вот сюда. Не совсем так, а вот так вот. И не... Что за бред? Вот так вот все сойдет. Все, прошли это испытание. Если даже у вас закружится голова, смело падайте в обморок. Хорошо. Вам ведут трубку, вернут вас чувства с помощью адреналина и кастровой мази. Что такое кастровая мазь? Напишите в комментариях. Можете не писать. Не, все равно. Ладно, шучу, у меня вообще... Это меня просто вырвалось прямо сейчас. На самом деле, мне все равно, ни капельки. Так, наверное, это вот так проходится, да? Ну да. Все индивидуумы, намеревающиеся посвятить себя технологии порталов с высоким уровнем гамма-излучения, должны осознавать, что они могут быть отвернуты под проверки на соответствие данной работе. Ненавижу быстро читать. А иначе никак. Проверка на соответствие не требуется и не будет произведена. В идеале объект исследования. Спасибо. Так, ну тут, наверное, надо вот сюда, наверное, еще вот сюда вот поставить портал. Да, действительно. Так, это и проходит. Давайте попробуем поставить вот портал вот. А где? Я хочу поставить портал. А вот он. Ой, все хорошо. Так, наверное, надо поставить портал вот сюда и вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, наверное, еще вот так вот. Потом вот сюда, наверное, и сделать вот так вот и... Как-то вот так вот, наверное. И пройти вот сюда. Ну да, действительно, было легко. Что сказать? Было легко, да. Так и было.
то есть легко. А нос все еще забит, и мне все еще тяжело говорить. Неважно. Видео должно быть записано, потому что всем привет, сам Десимин. Ну, я, в принципе, это вначале и говорил. Фух. Так, наверное, надо проходить это как-то так вот. Точно сказать не могу. Так, мы заменим это испытание в полосу препятствий для дроидов. Дроидов? Окей. Как скажете? Ой, а еще меня убили. Ну, с кем не бывает. Можно возродиться, это же реальная жизнь, лол. В реальной жизни чего только не бывает, на самом деле. В основном все плохое. Так держать дроид. Центр вновь напоминает тебе о том, что а для дроидов это не мид, а реальное место, в которое ты отправишься при виде признаков неповиновения. Хорошо. Дяденька, то есть тетенька робот. А у роботов есть пол? Нет, у них нет пола, так что пофиг. Оно. Роботы это оно, потому что у них нет пола. Давайте не путать. Давай. Я уже решил все. В этом испытании грузовой куб станет вашим верным спутником, заботьтесь о нем как о друге. Окей. Хорошо, Гладис, я тебя услышал. Я услышал, да. Именно услышал, не услышала. Не путать меня с женщиной. А то мало ли подумайте. О боже мой, у меня клавиша с клавиатуры отвалилась. Секундочку, это важно. Все. Наверное, это надо проходиться как-то так вот. Опа. Так, действительно, я был прав. Так, хорошо. Наверное, о, открылась дверь. Наверное, надо сюда засунуть кубик. Ну, засунули, пойдем дальше. Вы умертвили своего верного приятеля кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих инструментов. Это рекорд. О, поставили мировой рекорд, получается. Офигеть. Вот это да, ребята. Жесть. Так, продолжаем. Что у нас дальше? Так, ну, тут, наверное, все просто. Типа, делаем вот так вот. Вот так вот, так вот. Ну, в принципе, да, можно запросто до этого догадаться, до этого маршрута. Кто же не догадается? Ну, покажите мне этого человека. У него там, наверное, IQ, ну, где-то 50, если ну, не догадаться до такого простого маршрута, как только зашел. Так, ну, и, наверное, надо сделать как-то так. А, вот так вот. Ой, нет, приснилось. Это все был сон, ребята. А вот так вот надо сделать, да. В принципе, так это и проходится. Как же иначе? Действительно, иначе никак. Так. Вот так вот делаем, ну. В принципе, да, легкая игра на самом деле. Никаких элементов головоломки. А вроде обещали, что будут головоломки. Странно. Ну ладно. Отлично, следующее испытание предлагает контакт с неизолированным электроприборами, что в определенных ситуациях может представлять угрозу для жизни. Для получения более полной информации посетите наш экспериментальный семинар по безопасному обращению с электричеством. Окей. Спасибо, тетенька. Нет, оно. Простите, оно. Ладно, все-таки буду называть ее тетенька, потому что, ну кто оно использует в нашей речи вообще на русском языке? Ну это странно, да, согласитесь. Так, что у нас дальше? Ага. Смотрите, внимание, тут сфера. Все, я решил. Ой, приснилось. Кому же сны не снятся, ребята? Ну, согласитесь же. Ага. Ну, как-то так это, наверное, проходится. Не знаю, много как-то получается. Так, наверное, вот сюда как-нибудь прийти, потому что, ну, это единственный возможный маршрут, который я вижу. Так. Ой, блин, ну что такое? А я так не планировал. Теперь придется все заново проходить, потому что не сохранился. Поэтому, ребята, нужно всегда сохраняться и предохраняться. Так, это вот второе, что я сказал, забудьте. Это не надо, нам еще нужны люди. Хотя ладно. Что вообще говорю? У нас прохождение портала. Что я вообще говорю? Неважно, забейте, приснилось. Да. Не, у меня реально сейчас мозги сломались. Ладно, неважно. Тут мы уже были. Это испытание простое. Прекратите. А почему я должен прекращать? Не понял. А с чего вдруг я должен прекращать? Притворялись, что хотите меня убить, а я все равно обиделся. Загрузка. О, угадал. Нифига. Ну так просто много загрузок, что, ну, наверное, можно было угадать. И я угадал, действительно. Так, наверное, это проходит как-нибудь так вот.
Извиняюсь, промахнулся. Ну, с кем не бывает, действительно. Один раз можно промахнуться. На второй раз ты получаешь пощечину. Жестоко, правда, жизнь только что прозвучала у вас, если что. Да. Подписывайтесь на мой канал, кстати. И ставьте лайки. Комментарии пишите. Ну, что там еще говорить? Я не знаю. Я вообще не ютубер. Я не снимал уже год. Или даже больше. Я уже не помню, сколько я не снимал. Но неважно. Ой, опять загрузка. Окей. Так, вот. О, ну туда надо пройти. Опа, он реверс. Не туда надо было пройти. Окей, надо, наверное, сюда вот пройти. И поставить сюда портал. Извиняюсь, портал сюда надо поставить. Офигеть. А если поставить так ровно портал? Интересно, пригодится мне ли мне это в будущем? Вот это реально интересно проверить, пригодится ли мне это в будущем. А, наверное, все-таки пригодится, потому что обратите внимание на то, как я это продумал. Вау, офигеть. Так, давайте посмотрим, что тут надо делать. Так, надо активировать кнопку, чтобы появился вот этот бомбардировщик. Короче, у нас есть стул. У нас есть стул. Я сказал, у нас есть стул. А чем ты заспаунился? У меня есть стул. У меня есть стул. Тихо, тихо, не мешай. У меня есть стул. У меня есть второй стул. Стул — это то, что мне, ну, только и нужно. Блин, стекло, как же его разбить? Блин, подъем, как же мне на него подняться? Так. Ребята, вот видите, стул — это все, что вам нужно, потому что он поможет вам и подняться по карьерной лестнице, и уничтожить стекла, и... Ну, то есть не уничтожить стекла, а... Открыть вам те стены, которые были для вас закрыты. Ну, короче, приснилось. Не знаю, что я сделал. Хотел сделать, но раз, ну, чего сделано, то сделано. А это что я вообще? Извиняюсь, у меня что-то в голове. Помехи. Что? Вы видите, чтобы я не ставил портал? О, теперь нормально. Так, давайте попробуем ровненько как-то портал поставить. Залететь сюда. Я не залетел. Ну ничего, у меня есть вторая попытка, чё. О, залетел, так. Хорошо, давайте по... Интересно, когда уже будет конец этой игры? Потому что мы уже сколько проходим, а она все еще не кончается. Что странно, кстати. Игра вроде старая, не должно быть так много сюжета. Когда же уже будет битва с боссом? А, вот и битва с боссом. О, он, как говоришь, упомянешь, рота он и появится. Так, давай мы ее, ну, так сказать, ну, заскамим мамонта, как говорится. Хотя кто так уже говорит? Никто, поэтому да. А, вот сюда, наверное, видимо. Ага. Так, ну, наверное, надо собрать все вот эти сферы и пройти игру. Ну, это причина моего предположения. Так, давайте соберем, чтобы было, ну, прикольнее. Так, и это тоже надо собрать. Нифига, как я удобно туда портал поставил. А я не догадывался даже, что там он пригодится. Так, ну, так. Давай вот это мы сюда все засунем. Так, ну, видимо, игра подходит к концу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зэдди Симин, и... А, я же убрал приставку Зэ. Ну, с вами был, короче, Десимин. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, надеюсь, вам понравился, кстати, летсплей. Если не понравился, то вы вряд ли досюда не... О, то есть вы вряд ли досюда досмотрели, короче, да. И всем пока.